Всем привет, вы на канале OMZAP. На ремонт заехала машина Hyundai Santa Fe 2013 года. Ну, с проблемами стуки по всей машине. При разборе автомобиля, при диагностике, понятно стало, что с 2013 года ее даже не трогали ни разу. Ну, а некоторые клиенты недоумевают от такой цены, которую нужно вкинуть в этот автомобиль, чтобы было все хорошо. Ну, можем пробежаться, я все покажу, что я продиагностировал. Пробег 190 тысяч. Ну, я думаю, что за этот пробег ничего не делали на этой машине. 190 тысяч, да? Так, ну, пробежим. Все, мы сняли тормозные диски, так как все направляющие скоб заклинившие были. Потом подрамник, при снятии подрамника для того, чтобы снять рейку. Вот здесь застрял вот этот цилинблок. Вот я его еле выкорчивал отсюда. Ну, получается, резина отслоилась от алюминия, и алюминий вот так прикипел. Получается, я подрамник снял, и как бы вот эта часть цилинблока, внутренняя втулка, осталась здесь. Ну, долбил, вот видите, как до чего приводит. Не вовремя обслуживания автомобиля. Вообще, надо уточнить этот момент, их когда устанавливают подрамник, да, мы его здесь хорошенечко все дамажим. Конечно. Обязательно. Синей то смазочкой, вот, так, вот да, я могу вот даже... это выглядит дело вот так. Тоже показать. Уже разбитое. Вот, вы видите, да, какая печаль. Да, и замена, заменить непросто его, не прям просто. Используем вот такую смазку. Да, для все болты большие, которые держат подрамник, всегда все смазываются. Так, что мы тут поменяли? Так, сняли рулевую рейку, поменяли рулевые тяги, рулевые наконечники. Все было разбито. Диски тормозные. Жаловался на скрежет тормозов. Просто не использовалось. Да, слушай, задние, ну, вот передние. Греть, и достаточно интенсивно греть. И я думаю... Ну, как бы видно, что что-то делали вот по медяшке. Как бы не прям старые. Но это уже все, мусор. Да, соответственно, колодки тоже. Они уже кривые, просто кривые, износ, да, вот кривые не работали. Так, что касается промвала. На промвале немножко болтается подшипник. Ну, там вообще чуть-чуть, в допуске. Вот эта граната вышла очень тяжело. Вы видите, что там просто, ну, да, просто ржавчина. Так, дальше. Шаровая есть. Это уже... Шаровая, да, одна вот целая. А вторая она уже не ходит. Просто она высохла. Так, дальше. По угловому редуктору. К счастью хозяина, он оказался целый. Вот эти шлицевые соединения. Зубы очень хорошие. Так что ее оставляем, не трогаем, не меняем. Здесь был заменен сальник. Вот он коричневый, если его видно. И, соответственно, пыльник сальника. Все, уровень масла проверен, все там в норме. Дальше. Дальше. Так, обязательно перед установкой смазываем медной смазкой шпильки. Во все отверстия, все шпильки. Очень хорошо видно, я думаю, да? Да. Так, обязательно внутри ступиц тоже брызгаем, чтобы у нас все работало. Можно сюда перейти? Ну, самое интересное сзади. Самое интересное. Да, надо уточнить еще, ребят, такой момент, что у Kia Hyundai всегда подвеска вся на кроссоверах однотипная. То есть да. Конструктив, ну, везде одинаковый. Имеем короткую развальную тягу и сам рычаг подпружинный. Вот здесь болты всегда закисают. Вот эти болты, они, я пробовал, они не идут. Их только обрезать. Да, мы немножко заденем здесь подрамник, но... Потом мы все восстановим, сварочкой аккуратно зачистим и подкрасим. Мы сейчас покажем. Ну, вот почему, вот, вот как получается. Вот. Ты хочешь открутить его, а он просто отваливается. И, соответственно, нам надо будет тоже обрезать, чтобы вытащить подпружинный рычаг, выдавить цилиндрок старый и запрессовать туда новый. И мы будем сюда ставить новые болты, которые уже выписаны ранее. А давай еще такой момент уточним для телезрителей, для наших, что есть, конечно, разное множество способов выкручивание болтов, каким-нибудь ударным пистолетом, нет, греть. Он... Нет, ничего. Тому, что... Ну, греть, здесь... как греть? Здесь мы цилиндрок просто сожгем,
Но это здесь делать нельзя, потому что у нас бак рядом. Здесь рабочий вариант только один – отпиливать. Да. То есть все другие способы в этом месте никак чуть не работают. Небольшой надпил здесь, небольшой надпил здесь. Просто потом одеваем головочку, длинный рычажок и просто надламываем. Да, и все, и рычаг у нас падает. Ну, не все просто так как-то на словах. Слушай, ну здесь смотри, да, уже... Ну, подгнил, да, подгнил подрамник. Ну, походу, машина стояла. И уже, смотри, это... Ну, эта краска отслаивается, да. Короче. И вот здесь еще момент. Не знаю почему, но постоянно в непригодность приходит вот этот сайлентблок муфты полного привода, именно правый. С левым, вот здесь, который находится, с ним обычно все в порядке. Но эту муфту мы будем снимать и обслуживать, так как... Полный привод у этого автомобиля отсутствует. Ну и, соответственно, вторая сторона то же самое. Все будем надпиливать, обламывать болты, пытаться все сохранить, особо подрамник не задеть. А вот по этим большим никогда проблема с ним. Никогда они из строя не выходят, да. Но максимум они могут отслоиться. Так, дальше. Ушастые сайлентблоки, которые у нас находятся. Вот. Здесь можно. Вот, мы видим, что вон там надрыв порвано. И это обязательно надо менять. Иначе машина будет плавать. Ну, как ну, видим, по большому что... счету, заменить надо все. Да, при откручивании вот на этой стороне обломились вот здесь, вот здесь болты. Вот, раз, два, вот этих два болта обломились. Но, ну, с другой стороны, приварился, открутил. Но это все же тоже время теряется. Но да. Ладно. Так, ну, используем тяжелую артиллерию в виде болгарки. Мойка техническая, прессовки, система охлаждения. Клиент жаловался, что уходит антифриз. Я нашел, откуда он уходит. Просто надо переуплотнить патрубки. Клиент должен будет потратить на ремонт этого автомобиля, ну, 120 тысяч рублей. Так, это как? Только работа. Ребята. Это только да, запчасти. А, это запчасти. А работа у нас получается 90 тысяч за все, чтобы исправить автомобиль, чтобы клиент радовался, ездил дальше. Вот такая вот информация, и теперь с этим живите, да? Да, здесь мы уже поменяли. Да, ну и как итог, конечно, будет новый автомобиль почти, да? Да. Не совсем новый, но... Ну все, вы были на канале OMZAP. Приезжайте на ремонт, будем ремонтировать ваш любой автомобиль, корейский только. К Артему, да. Анвар! Ты где там? Ладно. Все, всем пока. Всем пока.